Добрый вечер, девушка. Куда вы билетик вернули? В смысле не ваши? Ну, у вас будет проходить это концерт этого. А кто организатор? А билеты кто назад заберет у нас? Мы, например, я, например, не хочу свои деньги, ни копейки на этот концерт отдавать. Да вы что, зачем кинуть? У нас сейчас в стране такое происходит. Человек, который против России, по большому счету, идет. И смешно совершенно. Поэтому даже слов нету. Он вообще признанный у нас артист Российской Федерации. И так высказываться против Российской Федерации и вставать на сторону Украины, был бы он заслуженным Украины, другой вопрос. А тут как бы высказываться против, я считаю, что ну смысла как бы и нам нет. И в наше тяжелое время, когда наши ребята там отстаивают интересы, как бы, да, наши же границы прикрывают. То есть и тут не до смеха вообще. В СМИ негативно отзывается о наших войсках и вообще у него, я не понимаю его политики. Он человек славянин, он человек русский, он должен отстаивать наши интересы. Он говорит какие-то, я не знаю, сложные слова в поддержку кого? Нацизм? Бендеровщины, которая пришла на Донбасс, я, например, с Донбасса, да? Я вот 8 лет, 9 не могу туда заехать, ни в отчий дом, ни это самое. Потому что если я туда приеду, потому что я разговариваю на русском, и я отстаиваю наш славянский мир и русский мир. Меня просто-напросто там, мне сказали, не заезжай, тебя сразу же бендеровщина убьет. А руководство театра интересно здесь есть? Не зовите старшего директора, зовите, будем с ним разговаривать. Каким образом нам можно задать этот вопрос? Как вас зовут? Да, Сергей. Сергей Александрович. Да, меня тоже Сергей Алексеевич. Да, очень приятно. Вот, меня был куплен с супругой, через это, купили, хотели сходить на концерт на Галкин. Так. Да, наш красавчик, красиво говорит, да? Но только кто-то он в последнее время говорит совсем не о том, что нужно говорить. Театр не является организатором этого мероприятия. Театр сдает сцену в аренду. Да. Мы с организаторами концерта уже все это разговаривали, общались. И, соответственно, как бы ситуацию до организатора мы тоже доводили. Да, и в результате организатор принял решение, что на данный момент концерта Галкина 14 марта не будет. Он отменяет. Это точно, да, не будет? Еще раз говорю, на данный момент мы два дня с организаторами общались, организаторы приняли решение, концерта 14 марта на данный момент не будет.